Тёфтинг еще раз попадает в игрока сенегальской команды. Левой ногой возвращает мяч в штрафную площадь. Тот заметался в ногах датских футболистов. Томасон с ним. Не удалось обыграть. Хорошо. И влево напрашивается. Здорово. Фадига пошел вперед. Посмотрите, четверо против троих. И выход один на один. Гол. Легко, непринужденно футболисты Сенегала сравняли счет в этом матче, провели мастерскую просто контратаку. Это 15-й номер команды Салиф Диао из французского Седана. Диспетчер сборной получил четкий пас и на противоходе Томаса Сёренсена оставил неудел. Давайте посмотрим. Исправился. Это именно он нарушил правила на Томасоне. И был назначен 11-метровый удар. Посмотрите, как включился. Причем именно он делал передачу налево. Именно он здорово сыграл в касание, словно услышал ваши слова. Ну и Фадига отдал грамотную передачу в ногу, посмотрите. Знаете, как хорошо. Шведой. Шведой в дальний угол. Ну, да. Сёренсен был бессилен, конечно. Здесь практически выход один на один. И вот как радуется Силва. Ну, по этим минутам, по начальным минутам второго. Анри Камара он не обыграл. И еще раз гол в ворота Сёренсена. Ну, такой мяч действительно взять крайне сложно. Посмотрел, видите, и обманул. Можно сказать, что уложил вратаря и направил мяч точно в угол.